Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович призывает власти США не дать мужчине, расстрелявшего в среду двух журналистов в прямом эфире телеканала WDBJ, избежать наказания. Неизвестный открыл огонь по журналистам в прямом эфире, когда они снимали репортаж в городе Монета. Репортер Элисон Паркер и оператор Адам Уорд от полученных ранений скончались на месте. Позже губернатор штата Виргиния Терри Макалев заявил, что полиция установили личность преступника. Предположительно, это коллега убитых с одной из телекомпаний. Я верю, что власти сделают все, чтобы отдать исполнителя этого ужасного преступления под суд, говорится в заявлении Миятович, распространенном в среду ее пресс-службой. Она выразила соболезнования родным погибших Элисон Паркер и Адама Уорда, назвав представление ужасным убийством.